Всем здравствуйте, уважаемые! Писатель и предприниматель Марк Мэнсон обратился к подписчикам своего блога старше 37 лет с просьбой поделиться своим жизненным опытом, добытым в период с 30 до 40 лет. Совместив все полученные ответы, Марк получил впечатляющий образец коллективной мудрости. Итак, первое. Начинайте заботиться о своем здоровье уже сейчас, без промедления. Ваш разум считает себя на 10-15 лет моложе реального возраста вашего тела. Ваше здоровье уйдет быстрее, чем вы думаете, а вы даже не успеете этого заметить. Не общайтесь с людьми, которые плохо к вам относятся. Научитесь говорить «нет» людям, действиям и обязанностям, которые не несут никакой ценности для вашей жизни. Не терпите людей, которые не относятся к вам хорошо. Относитесь хорошо к тем, кто вам не безразличен. Трагедии случаются в жизни каждого, в кругу семьи и друзей каждого человека. Будьте человеком, на которого в такие моменты можно рассчитывать. Промежуток между 30 и 40 годами – десятилетие, когда с вами и вашими близкими начинает происходить много проблем. Всего на свете вы не добьетесь, сфокусируйтесь на том, что у вас получается действительно хорошо. В жизни все строится на компромиссах. Вы жертвуете чем-то одним, чтобы получить другое. И не можете получить и то, и другое вместе. Не бойтесь рисковать, вы все еще можете измениться. Хотя к 30 годам большинство считает, что должны придерживаться избранного пути, никогда не поздно начать все с нуля. Общество требует от нас определиться к 30 годам с карьерой, семейным положением, финансами. Однако большинство из отвечавших на вопросы утверждает, что нельзя позволять ожиданиям от взрослого человека мешать вам рисковать и начинать все сначала. Вы должны продолжать расти и развиваться. У вас есть два актива, потеря которых вам не восполнит ваше тело и ваш разум. Так что делайте выводы. Никто не понимает, что он делает. Привыкайте к этому. Если вы еще не умерли умственно, эмоционально или социально, вы не можете предсказать свою жизнь на 5 лет вперед. Вкладывайтесь в свою семью, она того стоит. Будьте добры к себе, просто уважайте себя. И напоследок, когда, цитирую автора, когда мне исполнилось 40, мой отец сказал мне, что мне понравится быть 40-летним, потому что в 20 ты думаешь, что все знаешь, в 30 ты понимаешь, что это не так, а в 40 ты можешь наконец расслабиться и просто принимать вещи такими, какими они есть. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал. Всего вам наилучшего. Услышимся.